Лариса Дэй – многодетная мама. У нее три сына и младшая дочка. По словам Ларисы, большая семья – это огромная ответственность и безграничное счастье одновременно. Самое главное, что хотелось бы, чтобы мои дети нужны были не только мне, а принесли пользу и окружающим. Что-то принесли, может быть, даже на пользу своей стране. Может, это, конечно, и громко сказано, но я все-таки хочу, чтобы дети были как бы не травой в поле. Лариса считает, праздник мам очень своевременно появился в нашей стране. Необходимо больше говорить с молодежью о значимости материнства. Правильно делать, что приветствуют еще многодетных матерей, чтобы молодежь смотрела на это все и не боялась ответственности, не боялась трудностей, а все-таки рожали деток и воспитывали их хорошими людьми. 9 самых отличившихся мам Славянского района, среди которых и Лариса Дэй, заняли почетные места прямо на сцене городского дома культуры. В этот день здесь чествовали многодетных матерей и мам, воспитывающих приемных детей. Дорогие наши милые мамы, в этот день хочется говорить вам только самые добрые, самые нежные, самые ласковые слова. Я уверен, каждый сын, каждая дочь очень любят и ценят своих матерей. Я поздравляю всех вас, наши милые мамы, с праздником. Желаю крепкого здоровья, улыбок, радости, надежды и уверенности в будущем своих детей. Всем виновницам торжества подарки и цветы. И поздравления самых маленьких артистов. Мама, мамочка, мамуля, дорогой мой человек, люблю тебя и крепко целую. Будь счастлива весь свой век. Знай, мама, ты необходима, нужна мне в каждый миг и час. Ты обожаема, любима, всегда, недавно и сейчас. Торжественную часть сменила концертная программа. В подарок от главы района – выступление артистов знаменитой Краснодарской филармонии. Алена Теплова, Сергей Тимовский, Александра Тимовская. Программа «События».